Так, давайте мы сейчас обсудим систему выпадания вещей. Давно хотел это сделать. Многие заметили, что не так давно, по-моему, там в конце октября, да, изменили систему выпадания вещей. То есть, во-первых, убрали выпадание за уровень, потом убрали боевые, это, усиление боевых баллов и так далее. И многие начали получать вещи гораздо реже. Давайте все-таки разберемся. Что изменилось, самое главное? Само собой, что-то изменилось, да. Валвы, они внесли изменения, баланс и так далее. И знаете, что я вот заметил? Еще много в пабликах картинок, да, валяется, где людям выпадают там всякие предметы, сеты, арканы, при этом выпадает тем, кто больше всего фидил. Сейчас я сыграл, да, игру, там, закунку, сыграл отлично. За нас играл, как там его, это шаман, да, Shadow Shaman. Еще вы думаете, он нафидил 0.13, ему выпал сет на Дестрауэра. На Дестра. Вопрос, в чем логика? Вот в чем логика. Во-первых, теперь не выпадают вещи за уровень. Они не выпадают, раньше выпадали. Во-вторых, теперь абсолютно все равно, какой у тебя левел в игре, и абсолютно все равно, какая у тебя стата. Это просто посрать. Как же выпадают вещи? Теперь вещи выпадают за общее время, проведенное в доте. То есть, чем больше вы проводите времени в доте, тем выше у вас шанс. Потом, еще изменение очень важное. Если раньше, да, выпадали какие-то вещи, там какие-то гамонки обоссанные, да, ункомонки там, ну, на секира там эти сраные эти ножики, да, то теперь выпадают очень дорогие вещи. То есть список расширился, там есть и сокровищницы, и множество сетов, в том числе и арканы. В том числе и арканы. Вот таким вот образом, да? И все равно немножко непонятно, что значит общее время, проведенное в игре. Как считается? Считается именно по количеству матчей? Или считается стимовское время? То есть, если я запущу доту, и она будет открыта целыми днями, сутками, да, у меня там, будет ли это считаться? Но в стиме будет написано, типа, вот время, проведенное в игре. И там будет, да, там будет суммироваться общее время, сколько у меня запущена дота. Но насколько это увеличит шанс, вот в чем вопрос. В любом случае, оставьте комментарии, как вы понимаете изменение этого баланса, выпадают ли вам вещи. Вы можете спросить, выпало ли мне что-нибудь. Да ни хрена мне вообще не выпало. Вообще ни хрена. Ни одного итема за все это время мне не выпало. Как-то так. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.